Метромарафон 2017 устроили московские старшеклассники. Они решили посетить все станции петербургского метрополитена за один день. Подобный опыт у ребят уже был. В прошлом году они покорили столичную подземку. За 18 часов школьники побывали на всех станциях, а их более 200. В Петербурге же их акция проходит в соответствии с культурным статусом города. На каждой платформе ребята читают стихотворение Осипа Мандельштама «Адмиралтейство». Петербургское время 9:55. Мы начинаем метромарафон, стартуем со станции Площадь Восстания, потом едем по первой линии до Девяткина. На каждой станции, соответственно, останавливаемся, читаем. Давай. Мандельштама. Да, читаем Мандельштама. 5 линий, 12 часов, думаем, управимся. Ну, надеемся, если метро не закроется и землю не захватит инопланетяне. Выбирали несколько стихотворений и выбрали стихотворение Мандельштама, потому что нам кажется, что Мандельштам, он наиболее точно отражает культуру питерского метро. Столица северной, томится пыльный тополь, запутался в листве прозрачный циферблат. И в темной зелени фрегат или акрополь сияет издали, воде и небу брат. Нравится то, что все в одном стиле, вся навигация. У нас в Москве, потому что с этим плохо. У нас одну станцию строил Лужков, одну линию, кусок. Другую строили раньше, третью строили позже. Сейчас в центре, например, Лебедев сделал навигацию, и она кардинально отличается от того, что на остальных станциях. В общем, неразбериха. Здесь все вообще супер, классно. Ладья воздушная и мачта недотрога, служа линейкою преемником Петра. Он учит, красота, не прихоть полубога, а хищный голодомер простого столяра. Едем мы одну станцию, как бы ничего страшного, да? Стоим. Но под конец, конечно, уже хочется, да. Но поскольку мы в Москве ездили в воскресенье, вечером, что утром, что вечером места были. Нам четырех стихий приязненно господство, но создал пятую свободный человек. Не отрицает ли пространство превосходство сей целомудренно построенный ковчег? 13 часов ехать сложно, без воды, без еды. Но мы по опыту предыдущего метамарафона это знали и подготовились. Взяли бутерброды, взяли. Даже не уверены, что мы все это съедим. Сердито лепятся капризные медузы, как плуги брошены, ржавеют якоря. И вот разорваны трех измерений узы, и открываются всемирные моря. Реакция людей, это, наверное, стало главным потрясением, потому что люди просто идут мимо, им пофигу, им все равно, что происходит. Такое ощущение, что каждый день вот такие перформансы здесь люди устраивают. Это в целом говорит о том, что Петербург — это город более высокой культуры и быта. Тимоти Лири такой был психолог, вот он перед смертью уже лежа сказал одну фразу, которая, наверное, является нашим кредо. Так. Во всех наших путях они еще не знают эту фразу. Фраза следующая: «Почему бы и нет?» Да. Да.